Королеве жители и гости города останавливаются в переходе на станциях Подлипки, Дачные и Болшево, услышав музыканта-виртуоза, вытворяющего чудеса на балалайке. А вы знаете, кто он и где еще его можно услышать? Зовут исполнителя Николай, и он профессиональный музыкант, участник ансамбля из города Жуковский. И выступает он не только в переходах. Вместе с коллегой Марией Гусевой, играющей на домбре, он дал концерт в Краеведческом музее микрорайона «Юбилейный». Надеемся, что его выступления в городских залах будут регулярными, и все желающие смогут их посетить.